Помогли Алексеевичу Лолу найти. Вон, спасибо. Вон. Спасибо туристам. Вот, приехали. Вот она. Она. Сразу. Вот она. Ой, папу увидела. Ой, прям. Не, оно не мешает мне. Я тут отошла, чтобы ракурс поменять. То, что мы разговариваем, ничего, да, тоже? Да, на здоровье. Слышь, там, наверное, потом убирается как-то. Нет, нет. Все, что вы скажете, все будет выдано в эфир. Ладно, мы будем слушать. Лола соскучилась. За папой как по езде в машинке. Да, видишь, как она кинулась к своему папе. Ой, ты боже, какая любовь. Ой, ты боже. Вот это кадр. Машинка, машинка. Ой, Татьяна попала. Лола закружит любого. Красотка. Скучают, все скучают за людьми, за прогулками. Так было очень, конечно, полезно и львам, в том числе. Ой, ты боже. Если я поменяю чуть-чуть ракурс, попробую. Давай. Попробую сбоку снять. Может, будет чуть-чуть лучше. Да, будет определенно лучше. Но мне надо. Ой, блик от зеркала поймала. Это любовь. Ой, ты боже.
Мой папа, да? Ну, хорошо. Все, не уходит, обнимашки. Что ж ты будешь делать с этим зеркалом? И зачем мне львы? Красотка. О. Вот папа нужен, и все, больше никто не нужен. Вот есть такие львы, интроверты. Говорит Алексеевич, скучают ли вы за прогулками? Конечно. Скучают. И не только львы скучают. Но есть львы, которые очень скучают. Которым это было необходимо. Лола, привыкшая к людям, ей было в радость. Ей люди нужны больше, чем львы. Я тоже снимаю. Молодец. Хоть можно снять, пока волка не прячется. А то сейчас опять уйдет в кусты скумпи. Ты не найдешь. А где ваша подружка? А вот там на мостках стоит. Там нет. О, тележка есть, она, наверное, ушла чуть дальше. С другой стороны снимает. Кого Лола узрела? Все, Лола улеглась.